Добрый день, уважаемые коллеги. На ближайшей лекции я, Плавник Родион Борисович, расскажу вам о том, как применять стандарт бухгалтерского учета, сведения о показателях бухгалтерской отчетности по сегментам. Мы поговорим с вами о том, что такое сегменты. Мы поговорим с вами о том, зачем нужна отчетность по сегментам. Мы поговорим с вами о том, кто представляет отчетность по сегментам. Смотрите на видеоконсультанта.